Прочистить то, что забито, углубить то, что заилено. Кюветы в районе 5-го километра приводят в порядок. Здесь трудится бригада специалистов. Рабочие вручную прочищают трубы, экскаватор нарезает кюветы, землю и мусор грузят в КАМАЗ. Беляева прокопали в ту сторону, лотки почистили, Короленко, потом та улица, вот где школа, кольцо. Меньше чем за неделю рабочие привели в порядок и нарезали более километра кюветов. Вычистили около 1,5 километра железобетонных лотков. Старые трубы меняют на новые, более широкие. Возле дома Побеляева 36А жители попросили сделать проезд пошире. На данном участке жители обратились, планировали положить одну трубу, обратились, что здесь заезд пожарной машины, плюс узко заезжать по одной трубе автомобилем. Не все опытные у нас профессионалы обратили внимание, положили вторую трубу, остались довольны. Местные жители рассказали, что после дождей по некоторым улицам микрорайона передвигаться проблематично, трубы засорены, кюветы сильно обмельчали, в воде некуда уходить. Уверены, после работы дорожников станет лучше. Обязательно нужны, потому что вот особенно во дворах, как дождь прошел, там можно с удочкой рыбу ловить. И постоянно заливает, очень много воды. Вот сейчас, я думаю, что будет, наверное, уходить вода, будет намного проще, как-то лучше. Компания-подрядчик по контракту проведет нарезку и очистку кюветов по всему городу. Сейчас бригады трудятся в районах 5-го километра и на Слободе. После – Сахпоселок, Центр и другие районы города. Работы будут вестись весь год, до наступления холодов. Екатерина Ректина, Роман Адонин, Телемикс.